В этой игре чуваки, если что, мирные никогда не выигрывают. Вот что вы понимали, только на рандоме. Это чисто рафлянка, а не игра. Сразу вас предупреждаю. Ну так. О, вот. Какая встреча. Да. У меня что-то голова болит, ну, после прошлого раза. Несправедливо как-то. В этот раз зато и журнал. Мы сейчас узнаем, кто в журнале. Готовьтесь. Так. И в журнале как минимум один персоноид: Антоха, Дмитрий Бейл, Натаха или Джуз. Блин, ну так и я мог сказать. Нет, ну это по факту, ты потом увидишь же. Не, я к тому, что перечислили всех, кроме меня. Нет, и кроме Орка, типа вы вдвоем не под подозрением. Так, то есть в первом раунде, по сути, делать нечего, только находят журнал, ребят. В первом раунде вообще невозможно проиграть игру. Вы никак не поймете, как проходить жилище, надо вас научить. Во втором раунде уже персоноиды могут кого-то убить. То есть персоноиды — это типа вот эти роботы, видите, вот которые как раз на картинке сейчас. Они уже здесь могут кого-то убить, потому что карта большая, можно разбежаться, здесь можно кислород вырубить. Да, надо чинить генераторы, вот, для того, чтобы пройти этот карт. Может, эта игра загнется. А я чист. Че, Антоха, Бейл, Натаха, Джуз. Я и говорю, какие сразу Антоха. Ну ты первый. Да, давай тогда, значит, я тоже. Я могу. Тогда предлагаю Джуса тоже вкину. В Дмитрия тогда вкину. Да нет, нет, ну ты что издеваешься, я не персоноид. Ну, я о, черт, он точно персоноид. Твою мать. Давайте задушим. Давайте задушим. Нет, давай, нет, давай. Нет, только не сейчас, давай. Я слишком молод, хочу жить, отстаньте. Пошли в жопу. Ну нет, да нет, ну Аркаша, нет. Убили, что, да что, вы реально убили Бейла? Убили Бейла, да. Да он амогс. Да потому он что... Так он среди интонации... них валяется, смотрите. Невозможно перепутать. Все хорошо, все хорошо, все нормально. Ему там не место, я в другое место его перенесу. Где-то есть человеческое кладбище? Господи, Кейк, с ним как любовники уже. Ладно, я оставлю его здесь тогда. В Лостарке вместе, здесь вместе. Так, кто-то кто-то ломает, кто-то ломает. Это Вика, хорошо. А Джуз? Я с вами. Да, что? А Джуз еще не было с нами. А здесь я рядом тут, не я было. А, нет, вот было. Она, вот она! А, чего? Я ее на всякий случай схватил. Будем душить ее? А зачем? А что случилось? А зачем? А да это не она сломала-то, ребят, наверное. А, блин. Для Верочки, давайте и Джуса, не потому надо что меня душить, не вы было. Чё, вы чё, блин? Они нормальные. Да в смысле? Идите вы нахер, идите вы нахер, блин. Давай, 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 давай. Иди ты нахер, блин. Ребята, я застрял. А, нет, нормально. Теперь точно мирные остались. О, я могу это взять? Что? О, черт, если ты можешь это взять, это плохо. Все, надо генераторы, и мы можем через голосование игру закончить. Это генератор? Не знаю, что это, но а я вот это отремонтировал. Надо починить на так. Да вдвоем быстрее, как в ДБД, все. А втроем еще быстрее. А чек будет какой-то здесь? Нет, нет, вообще. И таких надо три. Еще легче, чем в ДБД. Что? Три, да, осталось два. Надо их найти. Так, а чё, мы разделяемся, как в сюжетах классных фильмах? Можем разделиться, можем и нет. Ну, давайте, вроде доверяем. А что я чиню? Я какие-то компьютеры чиню, ребят. Надеюсь, это не для персоноидов. Нашёл? А, нет, это отремонтировано. Не-не-не-не-не, это... Да что ж такое-то? Я не понимаю, где этот третий генератор. Подойди, вот ещё дверь не открывали. Что? Иду. То есть мы основную дверь не открывали? Блин, будет супер смешно. Кислород ищите. Так, какую-то штуку, быстрая кнопка. Генератор напротив. Идемте быстро. Кислород добавляю. Сейчас добавлю быстро. Кека! Я бегу, я кислород вставлял. Давай. Ой! Да нет! У меня нет кнопки! Так, всё, на выход! Где выход? Жми! Вот, видимо, блин. Ну жми! Иди. Бросайте меня! Кто телепортирует? То есть мы не видели огромные ворота эти все это время.
Блин, мне кажется, никто не собирал столько кислорода. Короче, сейчас задагало. Мне кажется, мы весь кислород. Ой, блин. Прикиньте, я бы был Амонгас. Отличная тактика убить полгруппы на авось. Антош, ну мы методом... А да, не на авось, конечно, не авось. Да. Мало кислорода, не было обоих, Джулс и Антохер. Да, мы же рядом все были. Под горячую руку попался, наверное. Под горячую руку попался. Действительно, самый первый. Опа, я враг. Так, это вроде Джус. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, Кейк, меня убьют на этом уровне, я вас сразу предупреждаю. За прошлое-то? Да-да. А где они? Они не выходят. О, черт, Кейк, вы слышали? А, да-да. Но я, вы можете не выходить, я пойду поговорю с ними. Пойдем. Кейк. Ему доложили. Как у нас кар. Я люблю вас. Идите к себе в комнату, я попробую. Дадим, пойдем откроем. Не надо! Остановитесь! Насилие ни к чему не приведет! Стой, кому говорят! Чего? Ну а меня-то за что? Я никого не душил. Чтобы ты не помешал. Хорошо. Блин, как хорошо это, как его. Давайте сканер трупов, кстати. Здесь есть сканер. Подожди, он у него был. Он его подобрал, да. Я сейчас проверю его. Нет, подожди, где сканер трупов? Он у меня, погоди. Меня засканируешь, если я тоже заодно. Ну персоноид, ребят, еб твою мать. Ну вот, фичло. Вот так вот кайф. Работает. Один персоноид, Аркадий. Молодец, Джус, молодец. Подожди, а как он может быть персоноидом, Димон, если его не было в журнале, блядь? Там же написано один. Второй персоноид. Там написано как минимум один персоноид из перечисленных. Как минимум один. Если там меня или Джуса нет, можно всех задушить тогда. Сейчас посмотрим жену. Но мы его убили. Не совсем. Нет. Это чтобы он посидел, подумал над своим поведением. Короче, смотрите. Я хочу сказать следующее. Я точно не персонал. Блин, там и я есть. Я готов пройти в капсулу. Нет, я готов пройти в капсулу. А где я тоже. Я не персоноид, но я не знаю, что такое капсула, и готов в нее пройти. Капсула с проверкой на персоноида, она находится. Давайте на этом левеле. Давайте все пройдем в капсулу, правда у нее один юз. Нет, все у нее один юз. Стойте, давайте в капсулу пройдет Джус. Сейчас пойдем. Я думаю, вы выкинуть хотите. У нас проблема. Нет. А мне кажется, что это Антоха. А почему, кстати, я в капсулу? Не-не. А почему именно я в капсулу, кстати? А всем обязательно присутствовать или можно бегать по карте? Да, всем обязательно присутствовать. Чё, где? Ну, капсула-то здесь, но это, походу, Джус. А где все-то? Я пойду сканироваться. А Антоха где с Натахой? Они хотят меня убить. Джус, иди сюда. Они одушили. Короче, я пошел, блин, искать карту. Так, ребят, надо шприц взять. Надо взять шприц по-тихому, он вверху вроде дома. Кек, иди ко мне. Да. Вот эти сосульки убивают, которые падают сверху? Да. Заходи, бери, там карточка должна быть. Бегите, ребята! Нет, здесь ничего нету, здесь. Пойдем дальше. Спасите! Сейчас. Помогите! Они пока они бегают, там Амогус и суету наводят, и мы за это время потеряем. А как они... Так, у меня нет. Вон, что, журнал лежит? Я горю, у меня кейк поджег! Ребята, кейк поджег! Я нечаянно! Кейк поджег, меня кейк! Туши! Это Джус! Это не я! Гига Бейл! Где ты, паскуда? Иди сюда! Да это не я, это Джус поджег же! Неправда! Джус поджег! Нет! Да и по нам мать! А ну стоять! Кейк, беги! Они сошли с ума! Ты думал, тебе это с рук сойдет? Они сошли с ума! Джус, так помоги-то!
Ну блин, ну тиммейтика, да. А я думал, она умрет сразу. Я думал, она сразу умрет, и не думал, что она побежит, ее еще и потушат, блин. Блин, ну мне помощь нужна какая-то была. Чат, я, ну, посчитал, что очень хороший момент. Ну а как... Подожди, а там закрыть, может, как-то можно было? Или вот, или ее, или ее толкать надо было дальше? Что надо было делать? Наверное, толкать надо было, да, еще? Блин, было бы красиво. Блин, я не знал, я не опытный. Я думал, она сразу умрет. Мужики, отстаньте, пожалуйста. Я не персонаж, это Дмитрий Бейл. Он вас наебал. Вы тянете время, давайте. Наебало, вы ведетесь. Кидать шар, кидать падла. Отстаньте, это не я, ребята. О, хорош. Бля, вот это налетел. Да блин, он время тянет. Ребята, отстаньте от меня. Блин. Это не я. Это не я. Да ты, сука, забыл. Как они его так долго поймали? Меня вообще... А, вон шарики, я понял. Вот вам шар. Да. А она жива? Шар не убивает? Я хочу жить. Отстаньте от меня. Это стремление к жизни. Держи его. Не надо меня душить. Я пойду кислород залью. Не надо меня душить, вы ублюдки. Все, пожалуйста, задушите его. Не надо. Бля, долго же. Пойдемте срочно, нужен кислород. Вот он, иди сюда. Блин, если бы он меня подсейвил, мы бы, мне кажется. Да тебе надо было меня, наверное, подсеять. Мы бы вдвоем долго им мозги это парили. Надо было. Я думал, блин, Вика сразу сгорит. Я ее толкнул в огонь, я втерся в доверие, толкнул в огонь, а она убежала оттуда. Я не знал, что... Не, там горит некоторое время, типа. Блин, надо было ее тогда толкать, да, еще обратно, чтобы это, и не выпускать просто. Она, ну, бы... типа того, да, что ты толкаешь, она валяется и умирает потом. А она... я бы загорелся, если бы она вплотную подошла ко мне. Вот этого я не знаю, кстати. Блин, я сейчас подумал, ребят, гигаплан. Я мог зайти, загореться в огне и побежать так же, как Антоха, к ним и сказать, что Антоха меня толкнула в огонь. Вот это было бы круто. Типа, если бы зафейлил скилл-чеки, да, которые, да, там были. Да, персонажа больше нет, да. Читаем. Я только не так и не понял, вы ведь еще орка-то убили. По делам, как тебе наш ответ, Аркадий, а? Мы тоже жалко, так умеем, мы чуваки, тоже так умеем побеждать. Мне так стыдно было за вами следить. Вы жалкая пародия на меня, просто жалкая копия. Так, ребята, чичила операция продолжена. Здравствуйте. Как ваши дела? Охуительно. Отлично. Пойдем тогда уже, собственно, починим кислород. Ну так. Какой заманчивый, какой манительный шприц. О, давай вот эту дверь откроем. Как мне нравится его форма. Как же красиво он выглядит. Бери, мне кажется, операция щичила, мы, ребят. Мы тебя не отсюда. Жму, не достается. Все, нажал, извините. Поехали. Смотрите, Аркадия опять нет. Это намек. Оп. Аркадий готовит план мести, понимаете, план мести. Палюсь? Блин, я ж спалился, что персонажа. Нормально, сейчас кто-то умрет в цветках. Давай откроем. Ой. Что там? У меня, ну, короче, зайчик, под ним полукруг, а над ним точка. А, зайчик, все. Ух, я тут не был раньше. Я не могу карту взять, она за сортиром. Где? Стой. Ну так возьми, чё ты. Мне сортир уделил. Блин, как вы бы убить-то, да? Чё тут? И никак же не убить. А, всё, карта доставлена. Блин, уже все, ё-моё. Так, чат, ну походу в конце будем решать. В огонь толкать. Да там в огонь. Нет, джуса не было. Я взяла еще один журнал. Во втором, в первом меня не было. А вы убили орка? Это мой журнал. Меня не было в первом журнале. Да, не было, согласен.
Сейчас попробуем что-нибудь замутить. Сейчас попробуем. Сейчас посмотрим журнал. Еще раз. Ну, зачем мы еще раз убили Арка? Мы не убивали Орка. Он стоял на камне и прыгал в цветок. И прыгнул сам в цветок. Вот тут. То есть вы его довели до... Вы его довели. Это тоже убийство. Посмотрите, я Амогус. Я не точно Амогус, если что. Если меня проголосуете, учтите то, что еще один Амогус точно будет, если был Аркадий. Делаем вот так. Дважды... Почему? Нет, подожди. Не-не, не меня. Да, дважды Дмитрий Бейл и Натаха, если что, ребят. Так и ты тоже там был. Нет, я в первом меня не было. А, в первом, да, в первом его не было, кстати. Да никуда вы меня голосуете? Так Натаха сказала, я ей доверил. Да не, бля, ну мы с ней две карты нашли. Ой, ну вы, ребята, вы просто меня выкинули из-за того, что я во втором журнале. Возможно, Кек, мы с тобой обосрались. Почему? Да какой Кек, блядь? А, Антоха, потому что я... Бейл и Короче, Натаха, это Антоха, да. Ребят, это Антоха. Да не Антоха, нет. Ну, не где наш Аркаша? Зачем я вы его довели? Я не понимаю, зачем меня мирный проголосовали. Я потому понимаю, что ты довел Аркашу. Да я не доводил Аркашу, я ничего не делал. Заткнись! Ты довел Аркашу! Я ничего не делал, это космос! Попробуй поговорить там! Признайся, признайся. Напарник, напарник. Козел. Ты уверена? Нет, уберите свои грязные руки. Кого не было? Ну, они были в журнале. Все, нас с тобой не было ни разу в журнале. Все просто. Типа мы убиваем двоих? Ты хочешь их обоих убить? Вот смотри, он сейчас возьмет... Он повел его брать журнал. Они сейчас придумают, что угодно скажут. Идите, да в смысле? Вы возьмите журнал и все. Все. Да? Че, соснул? Я уже не выпущу. Почему? Кто там? И мы это уже будем решать. Ой, не убивай его! Не убивай его! Не убивай его, не убивай! Кто кого убивал? Я убью тогда тебя! Нет, нет! Душите Бейла, пожалуйста! Да кто? Да я не понимаю! Ты лечишь его? Это аптечка была, что ли? Да, это была аптечка. Попи шампанского, подруга. Все нормально, я отсюда не выйду. Блин. И вы не сможете ничего сделать. Так ты ж проиграешь все равно. Нет, вы проиграете. Подожди, ты что, не полечил его? Вика, души его! Души его, Вика! Отпусти! Именем закона! Ты же понимаешь, что я... Сейчас, я тогда... Сейчас. Да, держи. Иди сюда, Бейл. Я приду к тебе. Нет, я вас поведу. А, ну да. Идите. Ну да. Я нашла вас поведу. Да, конечно. Давай, она Кек, иди. Она меня толкнет, Кек, и она... Я не знаю, что делать. Кто Амогус-то из вас? Ну, давай вот смотри. Я ее ловлю. Души. Это она Амогус. Кек, Амогус Белл, он тебя на глазах шприцом убил. И ты Амогус. Почему я-то? Души его, Кек, ладно, души скорей! Души! Что случилось? А, Антоха, беги, Антоха, спасайся! Господи, вы оба Амогуса, что ли? Быстрее! Ну он сейчас нажмет кнопку. Быстрее! Нет! Она была? Написано? В журнале было написано среди... Подожди, это очень странно. В журнале было написано... А, нет, это был Натаха. Все, нормально. Да господи, Вика, а зачем ты на меня мошнила? Не знаю. Взяла меня, выгнала на кучу. Отличная игра, поздравляю вас. Ну, в конце мы уже так рофли, ребята. Минута славы была, когда уже ничего не могла она сделать. Два персоноида дошли до компьютера, ребят. Это, кстати, редкость. Именно прям до компьютера. Да что ж такое, опять я... Приветствуем. Здравствуйте. А интересно, можно видеть, как ты превращаешься в персоноида, когда заходишь? Типа, если сразу открыть. Мне кажется, это только у того, кто превращается, анимация. Аркадий, вы что? Задумались? Толкай. Так он не умрет, если он вниз упадет. Тут так не работает, к сожалению. Аркадий, надо попой сидеть на этом стульчике-то. Ребят, у вас Аркадий завис, он см... Так, все, я здесь, я ссал. А, извините. Я тоже хочу, кстати. Мне в рот, так, мне в рот. Так, курорт. Давайте тогда на курорте, кстати, утонуть можно. У меня полный рот мочи. Джуз, ты выполнял челлендж, где не засмеяться надо, я правильно понимаю?
Там воду набирают. Я играл. Я люблю этот челлендж. А что, мы ничего не нашли? Журнал даже не нашли. Да потому что Аркадий ссал. Вот и все. Ребят. Ничего вам доверить нельзя. Блин, кто эти двое, кто нажал на да? Какая кнопка? О, нет. Что это вам могли проиграть? Надо единогласно, что было. Сразу погружу кислород. Не понял, мы же нажали. Я сохраню вашу тайну. Какую? Ну, что суставы у вас не скрипят только потому, что вы их смазали. А с чего вы взяли это? Хотите, я вам помогу? Нет, подождите, а с чего вы это взяли? Вы сначала блеф свой это оправдайте каким-то образом. Это не блеф, у меня журнал, там написано, что среди них один персоноид. И там написано Кейк и Антоха, но я не персоноид. Два? Поэтому... В смысле, реально журнал на двух? Да. Да, поэтому надо быстрее с ними справиться. Хорошо, подведите их к бассейну, я все сделаю. Хорошо, пойдем. Что случилось? Блять, Бейл, Бейл Амогус. Короче, Бейл Амогус. Нет, подожди, он... подойди сюда. Души его, души, души. Нет, он сейчас керу говорит. Не-не-не, там. О, нет. О, нет, нет. Вообще к этой хуйне. Ты открыл. Ты открыл. Да не души меня, Вика. Он открыл. Аркаша. Да, блядь. За что, за что? Амогусы. Они оба Амогусы, души. Точно? Нет, Вика не, не Амогус. Вика Амогус. Хорошо. Ну тогда Бейла душите. Короче, зачем ладно, она мне... Слушай, слушай, смотри, слушай. Да смотри. У тебя боты, Бейл. У тебя боты. Да, боты? Ой-ой-ой, откройте, откройте ей голову. Вику за ногу. Сейчас. Я открыл, а? Давай. Блядь, а он не толкается. Да зачем ты еще раз... Да я, что Вика встала. Подо... Да подожди, открывай, что давай. С ней? Да открой уже! Вика, я не хотел! Блин, нет! Что, я был это с Викой заодно! Да. Что вы наделали? Ладно, Вика, ты меня слышишь? Да она мертва! Да как ей голову-то посемило-то? Я с ней договорился играть! Кик, япона, мать, ну, он шприц берет! Он шприц берет! Он шприц берет! Он этот самый этот! Беги, беги от него! Убегай, спасайся! Ай, бегу! 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 Иди! Бегу! Да подожди ты, блин! Да, да что же... Я тебе отвечаю! Ах вы, суки, два Амогуса! Я не дамся вам живым! Ой, сейчас подожди, кислород пойду сломаю. Я взял его! Он взял меня, да. Да, Джуз, сдайся, просто прыгни в бассейн. Хорошо, сейчас. Давай, секунду, имитируем, что. Погоди, я тоже шприц возьму. Да, сейчас я сдаюсь. Я сдаюсь, все, Бейл, ты прав, я не прав. Просто сдайся. Иди сюда. Я сдаюсь, Кейк, не беги за мной, пожалуйста. На, получай, Джуз! Ай, бля! Я тебя столкну в бассейн, и ты умрешь. Ты умрешь, ты Амогус, я видел, как ты брал шприц. Да нет. Да точно, не ломай кислород. Подожди, дай я дам тебе по голове. Нет, не бей. Сейчас я тебя поймаю. Ладно, Кирилл, это я. Это, он. Я, как блин, тебя убить? Я могу тебя один убить? Я... Человеческой расе это невозможно. Ой. Ну что ж, хочется сказать, мне за эту игру дважды разбили сердце. В первую очередь это был Аркадий, который притворился грубияном, а во вторую очередь это Кейк. Да я не специально! Я ж не специально. Да, мое сердце тоже разбитое. Я лицезрел микробейла. Жалкого, скомканного, скукоженного микробейла. Вика, я пытался спасти, как ты так голову-то засунула в дверь-то, но я же не специально. А я не знаю, меня Джу столкнул, он же не знал наш план, и он хотел меня убить. Да он Бейла хотел, по-моему, толкнуть. Но я унесла тайну с этим журналом с собой, так что все нормально. А как это вообще, что это за журнал такой, блин? Не знаю. А, это потому что в первом раунде не нашли, наверное. Слушайте, это, наверное, из-за того, что в первом раунде не нашли журнал, из-за этого такое показало. Во мне проснется скверно, я не понимаю. Где мой друг грубиян? Он убежал.
Не понимаю. Прячется тут, что ли? Где мой друг грубиян? Эй! Он уже убежал туда. Ля-л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 я. Господи, у меня не, друг не грубиян, а затупок. Где ты был? В смысле затупок? Это ж не я не смог найти человека, блять, в одном коридоре. Почему я-то за... Ладно, согласна. Тут моя тупня. Ну что ж. Я сейчас все узнаю. Вот бы не я, вот бы не я, вот бы не я, вот бы не. Иди отсюда, ничего не буду говорить. В смысле? Ну не можешь... Че, опять мы вдвоем в журнале? Иди тогда отсюда. Это ты! Тогда иди это отсюда. Ты! Ну-ка! Да. Да. Ладно, ты прошел проверку, хорошо. Какую проверку? Это на проверка пон. Была, правда? На пон. Давай, давай, на таху, души на таху. А чё он на таху стоит, это так, и дай поиграть нормально, блин, а? Души, души его, души, души. Блин, а кто второй, я забыл. Ты его захотел. Да его ни разу не душил. А, на таху. Блин, тут никак не убить даже. Тут вообще на первом раунде ничего не сделать вообще. Только потанцевать можно. Че, мы на первом уровне попытаемся сломать? Вы что, гоните, что ли? Вы что? Да вы что? Тут... Сейчас еще нет, нет, не подходите. А как починить? Я не дохожу! На тоненького я груди свои. Короче, друзья, давайте поиграем в игру. Аркадий возвращается. Как это возможно, пса. Я видел Амогуса своими глазами. Вновь видел его. Вопрос. Вы опять заигнорите это или в этот раз сделаете все давай, правильно? Давай, давай, говори, говори. Короче, этот Амогус Натаха. Я так и знал, нахуй Натаху. В смысле? Я... Стоп, ну вот ну что было? Давай опять, короче, это не я, если что. Не-не, я вкинул Натах, я вкинул, все нормально. Ну вот о том и речь, а. Понятно. Ладно, а он вкинул, это не Натах, ребята, боже мой, мы были не правы. Это Натах, чуваки, это Натах. Я не понимаю это голосование, в тот раз, блин, чуваки, объясните, в тот раз я нажал налево. Вкидываю тебя в космос. Я вот этого не понимаю. Я в тот раз нажал да, и игра не закончилась. Ай, хорошо. Ай, блядь, туши, туши! Тушу. Джуд, что это за наклонность у вас такая? Ай, хорошо. Так, и что мне делать, чат, сейчас одному здесь? И? Ой, ребята, там за... Ты дышишь мне прямо в спину. Ну, мне нравится. Тут холодно, мне нравится. Давай, давай, давай. Сейчас. Замок забери, забери его. Ай, прохладно. Блин, был бы шприц. Кек. Да. Я. Знаешь, иногда говорят, что нельзя в одну и ту же реку войти дважды. Давай, так. Так. Почему нельзя? Так, ну а вот как это? Как думаешь, вот посмотри, что у меня а здесь. Ты ставь вот. На F прям. Висит. Журнал. Так это ж тот же самый журнал, ты что, не разыгрываешь? Нет, это новый, там то же самое, что в прошлый раз. Давай закончим. Ну нет, ну нет. И вы ну даже нет, не спросите, за что? Прошлого. Вы даже не спросите, что его. Происходит? Души ее, души за ее. Что? Она же даже не сказала, скажи, что у нее. С кем души. Ты бегала в первом раунде до того, как ко мне прибежала? А, с Джусом. Значит, это или Кейк, или Бейл. Да, это не или. Почему? Я ничего не ломал. Подождите, вы объясните хоть, куда вы спешите. Вы что спешите-то? Вы хоть объясните. Да ну у меня такой же журнал, как в прошлый раз. Подожди. Так и... Какой прошлый раз? Ты другим-то объясни. Ну у меня в журнале написано, что Амогус или Кейк, или Антоха. Но я не Амогус, брат. Нет, он меня поджег, Аркаша, потуши своей пшикалкой. Я потушу, потушу, Антош. Аркаша и Кейк.
Нет, какой Аркаша тоже. Какой Аркаша и кейк? Аркаша тебя спас, чё блин. Ты? Да в смысле? Я думала, ты ждешь, пока я сгорю. Нет, так я выбирал в инвентаре. Кейка. За нет, что? Да ты же ее поджег. Мы тебя не... Давай мы тебя не Йорк поджег. Да хорошо, давайте. Бейла, стой. Заебучая. Давай, ты хорошо. Убиваешь, мы тебя не так любой из вас и тоже... Это... Ну давайте, один... Я задушу, нет, я сделаю. Я сделаю заказ. Я сприт, сприт, сприт. Блин. Ну что это за журнал такой? И главное, ей сразу верят. Даже не это, блин. Дмитрий, Дмитрий, аккуратно, это два Амогуса. Возьми, пожалуйста, журнал. Дмитрий, это два Амогуса. Дмитрий, вот это Антоха и Аркадий. Но он повезло, что ты, они зависли. Почему? Почему это? Задание выполнено. Я готов. Отлично. Вы что, убили давай, Бейла? Нет, давай, я тебя запущу. Заходи. Ну, он так нет, по-честному нет, бы. Нет, я точно не Амогус. У нас, скорее либо, всего, все хорошо. Либо она, либо я в журнале, но они решили, что это я. Но я готов. Почему кейк не умирает? Подожди, от холода. Сейчас умрет, все хорошо. Ну, это было честно. Он умер. Ух ты. Аркаша умер, все, мы остались вдвоем. Пойдем, нужна синяя карта. Это было по-честному, они меня отпустили, быть? Чтобы я убил Бейла, я не должен был. Но... Жесть, они реально победили. Я думал, Джуса ну, конечно. Может. Нет. Натаху спалили, а Кеку... Да, Кеку дважды не повезло просто. Я понял идею этого журнала. Он типа выпадает только... Если на двоих, то ты обязательно в нем. В этом прикол. Да? Да, чтобы ты типа... Мы, у нас с тобой дуэль бы была. Но тебе сразу поверили. Ну, в следующий раз.